Сергей Лавров и Джон Керри все еще ведут переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Сирии. Хотя, скорее всего, это уже консультации госсекретаря с Вашингтоном. Как сообщил прессе Сергей Лавров, российская делегация уже много часов ждет, пока Керри закончит общаться с США. Ну вот, кстати, мы имеем прямую трансляцию из Женевы, и можно видеть, что пресса в данный момент тоже собралась в зале, ну, некоторая часть прессы, и ждут, когда министры выйдут и расскажут об итогах переговоров. И, кстати, они уже длятся, эти переговоры, 13-й час. Лавров также успел второй раз поговорить со спецпосланником ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Последний, в свою очередь, заявил, что ждет позитивного итога. Ну и мы тоже ждем, чем все закончится.